Добрый день. Вечер, точнее. Вот пришло время обзора бритв, готовых уже бритв, готовых для того, чтобы снять фото и повесить на сайте. Вот только что сейчас заточкой завершил, все сделал хорошо, все нормально, в принципе. Да, авария. Вот у этого клиночка должна быть вот такая вот оправа с медведицей. Но я когда собирал, клепка пошла чуть-чуть неровно. И нет бы мне ее расклепать и просто убрать там в сторону даже. А я решил поджать, думаю, да дай-ка сейчас сделаю, а вдруг получится. И вот в мусорку. Все, нет моей больше первой работы со всечкой на мусорке. А вместо нее акрил. Вот так вот. Жалко, конечно, прям слов нет, как жалко. Но что делать? Немного отмыл руки, чтобы не пугать на видео грязюкой. Все, так еще нужно, конечно, протереть. Он, видите, наверное, лезвие тут. Так, сейчас помимо. Ну ладно. А то сейчас мониторит, промазываю. Нет. Ладно, включай фонарь. Ничего не получится. Дубль 2. Дубль 2. Так будет резкость просто быстрее наводиться, когда фонарик работает. Вот бритва с таким вот рисунком. Я, конечно, не скажу, что это какой-то супер айс. Но если протереть, она будет повеселее смотреться, конечно. Но все же. Такие вот художества наваял. Конечно, да, все очень далеко от совершенства, но зато не скучно. Нет, никак не хочется показывать. Буду так немного издалека. Что ж, следующее. Удлиненные. Они прям реально длинные, когда их разложишь. Почему я говорил, что это как трутвач типа, но не трутвач далеко. Она трутвач вот такое вот лезвие. Тоже с художествами. Подустал маленько. Вот видео у меня тут кисло снимается. Как вот из последних сил. Да что, чтобы сделать? О. Ну, естественно, вот все вот это протирается. О. Получилось показать. Присноровился. Удлиненные. Даже вот сейчас не уберется даже на видео. То есть она, ну как бы вам объяснить, вот в руке если. Так, следующее.
что я как не протертый, это прямо показывают. Да, вот видите, немного тут изменил по рисунку, немного, чтобы хоть как-то по-человечески этого дела выглядело. И вот с такими вот тоже художествами. Повторим, чуть не прихлопнул себя пальцы. О, более-менее получается показать с торца. О, как даже получилось. Так. Фу, честное слово, даже стоять тяжело. Ладно. Обзор сейчас сделаем какой-никакой. Ах, не сказал. Это Зерикот. Это тоже Зерикот. Это... Ой, как уж там ее. Ну, это акрил. А это... Ладно, проехали. Ну, вы, наверное, уже знаете. У меня таких бритв там на сайте уже несколько штук есть. Надо же. До чего доработался, что даже скоро, наверное, забуду, как себя звать. Дамаска. Да, кстати, роспись протравлена одновременно вместе со всем клинком, поэтому частота протравки, конечно, могла быть и лучше. Если, например, электролизом, но вот хотелось так. Тоже удлиненная. Это дюймовочка. Зерикот, кстати. На Эбен похоже, но это Зерикот. Древесина такая штука тоже. Она всегда не повторяется никогда. То есть всегда разная. Вот. С ним были, конечно, проблемы. Начал затачивать, оказалось легкой такой увод вот тут был. Пришлось ее выровнять, то есть вот так вот, и заново заточить. Только после этого начало получаться. Где-то проглядел маленько. Такое бывает, но редко, конечно, очень. Так, тоже дамасская оправа, сейчас скажу, Кингвуд, королевское дерево. Вы тоже уже ранее, наверное, видели эту древесину. У меня несколько бритв было из нее. Конечно, деревяшка дорогущая, вообще, даже Эбен курит в сторонке по стоимости. И причем очень даже далеко курит, даже рядом не было. Страшно дорогое. Ну. Зато прилично смотрится, кстати, бритвка такая прям чудненькая. Тоже протравливалась вместе с клинком. Поэтому протрава, ну, нормальная, конечно, но могла быть и более четкой. Зебрана. Ну, надо же, все названия помню. Ах, ладно, стерлась так стерлась, флешка подвела. Это вот неудачная, я назову, инкрустация. Прям неудачная, потому что вот здесь вот должно быть идеально ровно. У меня не идеально ровно.
Все дело в вальцах, нет вальцов, чем катать проволоку, поэтому из-под молотка она выходит неровно, и такие косячки выходят. Вот так немного повеселей сделал. Вот так вот. Вот и все, что у меня на данный момент из готового. Должно быть, конечно, 8 штук, а сейчас 7. Потому что клиночек один у меня переточился. Такой голосистый был, вот такого. Такой же был, вот чуть-чуть он шире, там на 1.5 миллиметра был. Вот. Тут оправа с первой, причем удачной инкрустацией. Всечка, точнее, инкрустацией. Удачная была всечка. Ровная, красивая, что удивило даже. Причем это и первая была. Но судьба. Да что судьба? Голова не сообразила вовремя, что нужно остановиться и просто это дело разобрать и сохранить. А я думаю, да я подожму. Бывает так, что подожмешь и все получается. Но нет, не получилось. Вот как бы и все. Буду собираться и двигать к дому. А там посмотрю по силам, как там, что по времени, сумею сегодня развесить, не сумею. Как-то так вот. Ну, на этом все. Спасибо за внимание. До свидания.